Ну, у нас, наверное, каких-то фестивалей прямо и не было, или это все было... Ну, сейчас, да, их стало очень много, и сейчас, это позитивный такой момент, что летом молодые люди после окончания учебы могут прийти на концерт любимого исполнителя. У нас, к сожалению, молодежь была, по сути, предоставлена сама себе в тот период времени, и каждый развлекался как мог, как